простит, что на наши концерты приходят детишки. Очень приятно, что они приводят с собой родителей. Кстати, вот сейчас поаплодируйте все взрослые. А теперь все дети. Мнение почти половина. Действительно, это очень приятно. Ну а сейчас поднимите, пожалуйста, руки, кто сегодня пришел на концерт с любовницей. Молодцы какие, а? Умеете хранить тайны, ладно. А кто пришел с семейными парами на концерт, так что вдвоем вот с супругой выбрался, пришел? Вот этим добрым людям, кто пришел парами на наш концерт, следующая серьезная музыкальная классическая композиция. Дамы и господа, уже порядком нагремевший екатеринбургский мужской оперный театр, сокращенно мужопера, представляет мужоперу «Судьбинушка». Всем женатикам посвящается. Крепитесь, жертвы счастливой любви, что под конвейеры ЗАГСов попали, чью тягу к свободе, как в кандалы, семейные узы навек закопали. Много женщин видал я в родной стране, с ними ложе и радость делил я, но одна штампов паспорт врезалась мне. И с тех пор у меня поселилась эх, дубинушка, был я. Эх, думал, через год сама уйдем, сама уйдем. Наивный. Назначенный день в ЗАГСе сотни людей. Там отдан и ансамбль проплачен. Мендельсон, детский смех и плач матерей. Тут попробуй сказать, не согласен. Брал жены я красавицу. Думал, буду любоваться ей. Не вышло, не вышло, толстей. Я смирился с судьбой и поездкой на юг. В 5 утра я лежак занимаю. Вспомнил прошлую жизнь, было начал гулять. Но ребенка меня приковали.
Капец. Меня моя за эту песню убьет. Моя сожрет. Че, я вообще с вами пошел вообще? Так ли лежить останусь? Да это пошутили мы. Как бы боком нам не вышло, не вышло понять. Эту песню придумали не мы. Ее придумал народ. Мужской народ. И вложил в наши честные правдивые уста. И похлопали, похлопали.